Состав команды Hyper Space Knight, VQ, Cell, Shot и GetCap Master. Команда Team Biceps, Robby, Ganja, Mafaka, Богдан и Mox, Sega. Ну и что, смотрим. Смотрим, что... О, Шат, что ты делал? Квадрокилл, посмотрите, какой дает, боже мой. Shut up, fucking nigga, oh, motherfucker, bitch. О, что он дал сейчас просто? О, мой бог, что это было вообще такое? Он 4 хедшота повесил просто на длине, мой, бог мой. Что это было такое? О, ну все. Я сейчас закончу вообще все. Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Ладно. Фроби, давай, отвечай таким же эйсом, собственно. Ну-ка, сделай. Сделай чудо. Ой, ну он вообще-то потерялся уже, но сделал минус на VQ. Хорошо, но все. Кончается. Все, собственно, просто герой этого раунда Шат, который просто отличнейший минус 4 дал. Вообще в шоке я сижу. Вау. Ну и давайте смотреть дальше. У нас Hyperspace. Хорошо, взяли пистолетный раунд. Собственно, карта Cobblestone. Начинают они отлично. Ну и фармганы. Фармганчики у нас у ребят, собственно, что там будут придумывать, пока не знаю. Ну вот занимается у нас там дропрум, видимо. Сэл у нас на приеме дропрума как раз таки у нас смог там лежит. Ну вот не спешат никуда ребята, форсбай нету. Экономический раунд. А Team Biceps, что там про... Сэл, да вы что? Что это такое, боже мой? Собрал урожай. Бог мой, да что происходит на этой карте сегодня, а? Какие минус 5 он мог только что дать, а? Сайс, не фуди, ты чё гонишь? Чё зафудился, друг мой? Да как же ты не играешь с АВП Ринкарн, если ты второй снайпер в команде Стрэндж? Ты чё, гонишь? Так, ну что у нас там происходит? Сел, поджал мидл. Поджал мидл, немножко нахилил Богдана, собственно, ну и на этом все закончилось благополучно. У нас, кстати, Найт с кольтом. С кольтом это уже, собственно, интересненько. Ну и что ж, смотрим, куда же будет выход у нас. Хорошо, как сыграл у нас Моксек, убил у нас Шата на длине. Собственно, изи фраг. Такой вот хороший случился у нас. Open фраг от команды Team Biceps произошел. 5-4 в большинстве ребята. Ну и Сел, посмотрите, в какой позиции Сел. На него опять бегут. На него опять идут уже. Мне не разрешают брать ОП. Да я знаю, что не разрешают. Но ты же берешь его, когда там, собственно, когда нужно. Когда нужно, ты же берешь его. Так, ну что, стяжка. Стяжка на Б-плент пошла. У нас Сел все-таки дал один минус. Ну и сейчас будет выход, собственно, у нас на Б-плентик. И, кстати... Один VQ только остался. На Б-пленте отстоять. Ребята уже выходят. Выходит, занимается у нас Б-плент. Как неудачно у нас играет VQ. Но GetCapMaster принимает одного. Ну и все. Господи, вот эта вот игра просто качели невероятные. У нас Найт на приеме. Найт релоут. Его могут подловить. Но Сел вовремя помогает своему тиммейту. Сел просто почти всех принял. Последний мафака. 3 хп у него было. Но Найт оказался сильнее. С кольтом, с броней. Но были близки бицепсы. Будешь Вити. Ай, хорош троллить, ребята. Ладно, смотрим дальше. Итак, Мафака у нас играет со снайперской винтовкой. Также снайперская винтовка у нас у Сэла. И Сэл, кстати, смотрите, чекает мидл. Находит у нас снайпера команды Hyper Space, но не смог. Он не смог, к сожалению, убить. Не попал друг друга никто. Собственно, попытается простреливать. У нас дверь не выходит. У него 4 кваша, кстати. Снайперская винтовка, вот такой вот именно закуп был придуман от команды Team Biceps на этот раунд. Ну все, да, по дефолту ничего необычного, но и такой же дефолт сейчас происходит, собственно, у ребят. Ну что ж, Максек, вот смотрите, уже подошел у нас вплотную к выходу. К выходу на Б-плентик. Чекать все очень осторожно, очень безопасно играет, замечает VQ. Ну там на посадке на дерево у нас GetCap сидит, делает минус он на Максеге, ну и большинство... Большинство уже у команды Hyper Space. Что там в дроп-руме, ребята, остальные, видимо, так. Ну что, Ганжа.
Ганжа, остальные у нас на, собственно, ланге находятся. Мафака вместе с Фроби. Нужно уже ребятам выходить куда-то. Ганжа хорошо открывается. У нас дроп Роми делает минус, но очень редовый он. Ну, посмотрим. Посмотрим за выходом, собственно. Давайте смотреть. Итак, Вэйкью. Вэйкью ловит. Ловит. Должен не дожимать. Да, дожал все-таки Фроби. Минус на нем есть. Ганжа тоже очень редовый. Выходит уже, ребята, на бэфленд. Мафак хорошо открывается со снайперской винтовки. Мафака промахивается, как неудачно играет. Мафака еще раз промахнулся. Боже мой. Мог он только что дать минус 2 уже 100%. Эх, Мафак попадает наконец-таки. Там просто Ганжа еще 6 хп. Господи, еще на минус его хватило. Сэл остается один. Против Мафаки. Клатч раунд. Ну погнали. Бомба ставится. Молотов какой хороший. Нет, не хороший. Молотов прилетает у нас плент. Но надо Мафаки собираться. Сэл. Отлично. Отлично открылся. На Б-пленте затащил. Так, а чё, я в натуре, я пост не сделал, ребята, по ходу дела. А, ну вот, за меня кто-то сделал, красавчики. Красавчики. Сори, я забыл что-то. Из головы вылетел, ну ладно, 4-0. 4-0, Hyperspace очень уверенно начинают в защите на карте The Cobblestone, ну и... Что могу сказать? Пока что вот пытаются у нас бицепсы куда-то выходить, что-то придумывать. Вот смотрите, в какую позицию у нас Сэл сидит. Его на размере бы сейчас убить. Какая реакция от Сэла? Отличная. Со снайперской винтовки делают open фраг для команды своей. Для команды Hyperspace. Ну и 4 в 4 уравнивается там состава команд. Ганж делает минус. Но Моксек один опять выходит. Моксек отлично открывается у нас. Фейкью с пунта тоже принимает его Моксек. Даблкил от этого парня. Ну и... GetCap вместе с Сэм вдвоем остаются, собственно. Ну, это, возможно, первый раунд для Team Beats. Давайте посмотрим. Сэл со снайперской винтовки. Ой, как не вовремя прицел-то он увел. Хотя мог сейчас что-то придумать. Берет кольт у нас GetCap. Ну и что, надо на сейв бежать. Да, убегает на сейв. Убегает на сейв. Ну и 4-1. Отлично. Отличная игра от бицепсов. Ну, в основном-то хорошо мог Сэк вот вышел. Хотя вот никто не помогал ему. Вот это печально. Потому что The Cobblestone, знаете, такая карта. Она очень растянута. И тут очень важно играть вот именно с разменами. Вот, если, то есть, выходите по одному, то, ну, это 80% того, что вы... Ну, Моксек никак не мог запрыгнуть. Но это 80% того, что вы сольете раунд. А вот если, собственно, играете в паре с кем-то, вот, то есть, снайпер, например, вас убил, вы тут же разменяли. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, 4-1. 4-1, взяли первый раунд бицепсы. По статистике у нас что? Сэл 9-2, 5-3, шат, найт 4-2, гэткэп 5-2 и вэйкью 1-4. Тим бицепс, мафак 4-4, 4-4, ганжи, также моксек, богдан 0-4, пока что не получается у него убить. Фроби 1-5, пока что идет. Итак, найт, найт на приеме у нас ланги. Там моксек опять выходит, моксек опять открывается. Моксек, да как же этот парень играет сегодня? Просто опен фрагер невероятный. Сэл сейчас сгорит просто. Нет, не сгорает. Молотов чуть туда прилетел. Богдан, отличный прострел. Ну и 3 в 5. 3 в 5 уже ситуация. Кто же там на хлупе-то вообще имеется? Нет, Вэйкью. Вэйкью уже думал, что убил, видимо, Богдана, но не дожал. Парня прячется за камешком. Выходит стреляться. Фуловый он. Боже, ну это просто невероятный экшон какой-то у нас происходит. Ребята просто борются изо всех сил, наверное. Гадкэп, минус есть. Ну и что, 2 в 3. Ситуация, ВКЮ дожимает. Такие у нас мафаку. Гадкэп, боже мой. Моксек последний. 1 в 1 против ВКЮ. 7 хелспоинтов против 32. О, Моксек как сыграл сейчас просто. Ну это что-то, 4-2. Была. Блин, ну карта на самом деле очень интересная. Реально очень интересная карта. Вот, играть ее одно удовольствие. Тут реально можно столько фишек придумать всяких разных. Так, ну ладно. Ладно, собственно, у нас экономический раунд. Там вот у двоих у нас, у GetCap и у VQ закуплена легкая броня. Ну и, кстати, ЦЗшечка еще от GetCap. У остальных, собственно, юспы P250 в закупе у команды Hyperspace, извините. Ну и 4 кваша и
Снайперская винтовка у команды Team Bizep, все по дефолту, все стандартненько, ничего нового они не придумывают, ну и просто ждут аркаду. Просто ждут аркаду, Сел, да что ты делаешь, Сел, боже мой, Сел, посмотрите, как он, экономический раунд, вы сказали, да? Да не тут-то было, просто минус 4 без разменов, вы представляете, без разменов, Hyperspace берут, это что-то. Вау! Ну и Найт последний убирает у нас Ганджу. Это просто что-то с чем-то. Экономический раунд. Ну все, в руках у нас Team Bizeps. И они отдают. Отдают девайсы свои полностью. Все, вы посмотрите. Три калаша, снайперская винтовка. И кольт от VQ. То есть один только VQ не успел подобрать дроп. Вау. Просто вау. Ну и очередной бай, кстати. Там 3 тек-найна, снайперская винтовка, и у Моксега у нас калашек. Фроби теперь отличается. Посмотрите, что они делают сегодня, а. Ну что ж, выход на бэплэнд. Гэткэп на приеме. Гэткэп жмет. Хорошо, есть минус. Вэйкью, гэткэп. Ну отлично, все. Собрали всех. Масфак последний. Против 4 игроков со снайперской винтовкой. Вау. О, еще и промазал как-то по рудовому гэткэпу, у которого 21 хауспоинт. Ну, гэткэп, кстати, жмет, вот посмотрите. Ничего не боится. О, вот это было неприятно. Team Bizeps тащи. Да, но у Bizeps пока вот в атаке, ну, на своих же ошибках отдали... Уже как минимум два раунда. Привет, Алекс, привет. Уже как минимум два раунда отдали на своих же ошибках. Сэл, ну опять, в этот парень сегодня просто 15-3 идет. Вы посмотрите, ну просто замечательнейшим образом играет. Я что-то все пропустил. Трипл килл от Сэла, Шат у нас один килл дает. Моксек остается у нас 1 в 5 с тэкнайном, с броней со второй. Так, выходит, хорошо, ставит минус Сэлу. Я бы на его месте сейчас забрал бы, кстати говоря, АВП. Не знаю, вот он стреляется против Шата. Шат, кстати, с АВП не может попасть. О-хо-хо, еще и по голове Шату прилетает. Моментально две снайперские винтовки просто в никуда. У один. Друган играет. Ну, это хорошо. Это хорошо, что ты поддерживаешь друга. Это ты молодец. Ну что ж, 7-2. 7-2 у нас закуп. Очень странно у бицепсов. 3 по 90. Петушки. Ну и два калашика. Два калашика от Богдана и Фроби. Ну и давайте посмотрим, что же будет. Богдан у нас ничего не боится. Бежит просто на лангу. Тут смог кладется... Для него специально, видимо. Ну и что, красную ковровую дорожку стелит. Мол, иди, а вот такой парень тебя будет здесь ждать. Ну и что, гэткэп, минус один, минус два. Отличнейший выход, отличнейшее занятие позиции. Ну и Ганжа. Ганжа у нас вместе с Матфак остается. Ганжа, собственно, 1 в 4. Даблкил от гэткэпа, даблкил от вэйкью. С P90 у нас еще жмет просто неимоверным образом Ганжа, но гэткэп дает трипл килл. Так. Стрим подлагивать может только если у тебя слабенький интернет. Так, по идее, лагать не должен. У меня потери кадров. Ну, по крайней мере, с моей стороны потери кадров нет, ребят. Вот это я вам точно говорю. Вот. Так что сорян. Сорян. Ну ладно, давайте смотреть. Так, на Сэл выход идет. Сэл там просто потерял сноузум еще и успел дать. Боже мой, в IQ тоже минус. Выход на плент у нас вовсю идет. Ну и, кстати, есть снайперская винтовка от Фроби. Ну и смотрите, возможно, что-то сейчас придумают. Итак, Моксек, Моксек выходит. Хороший хэдшот ставит гэткэпу. Найт, размен, минус 2. Ну и Фроби. Фроби может стать героем этого раунда. Уже даблкил от него есть. Так, ну и Фроби 31 хп. Снайперская винтовка у него в затаре. Ну вот стоит, может быть, переждать немножко. Может быть, стоит чуть переждать. Тап я нажимаю в начале раунда. Сейчас нет смысла нажимать тап, мой друг. Вот, специально для тебя. Этого достаточно. Так, ну что ж, Фроби. Фроби 1 в 2 пока что, ну, решает развести, собственно, своих оппонентов. Сделал вид, что он уходит, но тут уже его ждут. Все, слышали, слышали у нас Фроби. Фроби просто что-то бегает, не понимает, что он делает вообще. Шат, последний минус. 9-2. 9-2, ну а чекать только дуб будет.
Да, Ринка. Вот никто не зачекал в том раунде гэткэп, и он просто трипл килл оформил, как бы. Ну вот ошибки, говорю же, от Team Bicep просто какие-то детские. Знаете, вот то позицию не прочекают, то экономический раунд, собственно, не убьют пистолеты, то еще что-то. Ну что, статистика. После 11 раундов у нас Hyperspace Cell 16-6, 10-4 гэткэп, Knight 8-5, 8-5 также VQ и Ша также 8-5. Team Bicep, вот пинги, кстати, мне очень нравятся пинги у ребят, что у одной, что у второй команды, у VQ самый большой пинг 23. Team Bicep, MokSec, 10-9, 5-10 Мафак и Ганжи, 5-10, 4-11 Фроби и Богдан, 1 на 10. Вот такая вот у нас, собственно, ситуация складывается пока что, ну... Бицепсу надо перестать ошибаться. Просто перестать ошибаться, и игра пойдет, я уверен. Но пока что что-то в одни ворота. Хотя, возможно, у Team Bicep на Cobblestone сильная сторона, это как раз-таки защита, не знаю. Но будем смотреть. Будем, конечно, смотреть. Так, что там у нас? Так. Сейчас, ребята, одну секундочку, кое-что чекну быстренько. Ага. Все понятно. Ну что ж, пауза. С чем связано, непонятно. Может быть, обговаривают, собственно, план на раунд. Ну, отжимается пауза. Отжимается пауза у нас. Ну и погнали. Погнали. Закуп от команды Team Bicep. Собственно, снайперская винтовка. Три клаша и P90 против четырех кольтов и снайперской винтовки отцел. И все бегут под Б-плент. Все бегут под Б-плент. Так, ну мы сейчас посмотрим. Итак, кто же на приеме? Вот хорошо Шат, кстати, опять апает сзади на дерево. Собственно, опять у него очень хорошая позиция, он может тут принять. Ой-ой-ой, посмотрите, как мафак-то уже прошел, его не видно. Вот, ну видит, видит, да, гэткэп минус, есть энтрифраг для команды Hyper. Hyperspace, гэткэп даблкил в дроп-руме, отличная игра, ну и трое по лангу у нас выходят. И не чекают подсадку-то опять, Шат-то сейчас просто, сейчас минус 3 может сделать, и посмотрите. Ну вот, пожалуйста, первый минус, ну и да. Дабл кил, как я и говорил, собственно, не трипл, но дабл точно он дал, ну и 10-2. 10-2, все пока что мега печально для команды Team Bicep складывается в этой игре, хотя вот начало было очень эпичное, там просто моменты были на мувике шикарные. Шикарные ребята выдавали, особенно 4 головы от Шата на пистолетке, на ланге. Это что-то с чем-то, конечно. Ну что ж, смотрим дальше. Смотрим дальше за игрой. Сел у нас опять СЛП поджимает. Сел, ну опять промазал. Смотрите, Сел опять ноузумом попадает уже в безнадежную ситуацию. Убивает Богдана. Энтри фраг для команды Hyperspace. Ну и что? Выходят они, видимо, на мидл. VQ. VQ на приеме. Давайте смотреть. VQ. Так. Ждет, ждет, ждет. Хорошо убивает Моксега. Жмет еще по Ганже, но не убивает Ганжу, к сожалению. Ю-ху-ху. Сел там ноузум чуть не попал. Еще. Смотрите, что происходит. Трипл килл моментально от Team Bicep у нас прилетает. Найт остается. Найт умирает от мафаки. И Шат последний. 1 в 3. Хелспоинты просто. 19-11-9. Это что-то с чем-то. На одну пульку просто каждый. Минус 1. Есть. Минус 2. Ой-ой-ой, ну как же промазал-то сейчас мафак. А, но попал со второй попытки, отлично. 10-3. Я не Аимер, да и Вилберт его заберет. Это самая главная, кстати, проблема. Когда команда или кто-то там не регистрируется на турнир ввиду того, что там, типа, есть чувак, который жесткий и все. Вот. Так, ну ладно. Заходит у нас Найт. Собственно, последний игрок команды Hyperspace не смог у нас в IQ затащить за предыдущий раунд. Хотя вот там хелсбары были просто чудовищные у команды Team Bicep.
трое игроков, там они имели на троих там чуть-чуть, там, ну, 30 хп, короче, на троих они имели. То есть вы понимаете, да? Но не получилось. Не получилось у VQ. 10-3, третий раунд наконец-таки взяли после такого вот 6 отданных подряд. Так, выходит у нас Сев. Сев в хорошей позиции, кстати говоря. Ну и промахивается. Промахивается, энтрифраг не получилось у него сделать. И там, кстати, имафак отлично разыгрался с АВП. Парень стал попадать. Важные раунды еще брать. Он стал, собственно, вот предыдущий раунд именно мафак у нас взял. Ну и смотрим дальше. За игрой, собственно, 4 в 5. Есть большинство команды Team Biceps. Надо разыгрывать. Уже Найт уравнивает составы команд. В дроп-руме отлично отыграл против Робби. Ну и 4 кольта в закупе. Пока что VQ на приеме у нас, собственно, Апунта. Ой, жмет спрейт. Как не убил-то сейчас VQ? Не понимаю. Ну ладно, Найт вместе с Гэткэпом и вместе с Шатом. У нас Гэткэп просто играет. В какой позиции? Нет информации от Моксега. Он просто уже двоих убивает. Троих уже Найт еще помог. Мафака последний. Вся надежда на снайпера. Вся надежда на снайпера. Есть первый минус. Чуть второго не убил, кстати говоря. Плохой молотов прилетает. Так, ну ребята просто прячутся. Просто прячутся, собственно. Так, выходит Мафака. Мафака! Триплки уже в этом раунде. Замечает еще третьего. Берет Тэкнайн. Ну и бежит, бежит. 35 секунд до конца. Знает, знает, что в смоке у нас Гэткэп прячется. Но Гэткэп разводит жестко очень своего оппонента. Вы посмотрите, и сам себя-то, видимо, сам себя обманул сверху. Мафака тащит 1 в 3 квадраунд. Боже, квадроки вот этого парня. Не зря сказал, что разыгрался. Вау. Что-то с чем-то просто. Вау. Дарит надежду своим тиммейтам. Дарит. Просто Мафака разыгрался не на шутку. Статистика у него уже 12-11. Он уже сделал около 5-6 киллов. Нет, наверное, 6 киллов за последние два раунда. Да, ну и просто переворачивает игру. На самом деле 10-4 уже становится счет. Так, ну что там по 5 на 5? Сегодня навряд ли, Вайтер. Сегодня навряд ли, потому что, ну, я что-то реально устал как-то. Блин, надо еще видео делать. Ну вот, интересненькое видео. Прохождение миссии сегодня я записывал. Ой, сори. Вот, поэтому навряд ли. Ну что ж, вот так опять умирает у нас три игрока команды Team Biceps. Остается опять Мафак, и опять, что ли, на этого парня все спихнули. Типа, ну у тебя получилось 1 в 3 затащить, так иди тащи 1 в 4. Ой, ой, вы посмотрите. Нормально. Все просто. Забей, ну просто забей, ну что это такое, а? Так они еще и раунд не доиграли. Просто 5 игроков вылетело с сервера. Просто 5 игроков. В одну минуту. Забей вообще. Что это? Массовый крэш. Массовый крэш изи античит, собственно. Вау. Надо переигрывать. Что, всю игру хотите? Я так и знал, что они сейчас напишут, типа, что мы 2 в 4 могли выиграть этот раунд. Я, в принципе, так и думал. Ну, а что? Ну, правда, на их стороне, на самом деле. Вот. Я согласен с ними, собственно. Money of my money, money, money of my money. Ну что ж, ждем, ребята. Ждем, пока что там все позаходят.
Ну что ж, 11-4 у нас первая половина закончена. Собственно, Hyperspace, извините, конечно же, берут. Берут первую половину со счетом 11-4. Ну и смотрим, пистолетный раунд, вторая половина. Надеемся, что уже Изи античит не будет так шалить, как раньше. Вот, что будет все нормально. Ну и смотрим. У нас там, кстати, выход просто в дропрум, видимо, готовится. Массовый или на Б-плент. Да, именно на Б-плент ребята бегут. Кто на приеме? Моксек. Моксек вместе с Богданом, собственно, у нас вот такие составы там на Б-пленте стоят. Ну и выход под лангу у нас пошел. Два в дропруме. Ну что там, Моксеку надо уже выходить, что-то предпринимать. Моксек! Моксек, ну поздно выходит, на самом деле, Hyperspace, ГГ-мейстер Моксек, там, что происходит, опять Моксек, даблкил, отлично, ВК, то есть у нас один игрок команды Hyperspace, Ганжа просто убивает его последнего, собственно, 11-5, пистолетка. Да как с ним это судья? Это же судья. Ну ладно, давайте смотреть. У нас Force Byte. Команда Hyperspace. Собственно, 2 Tec9. Desert Eagle вижу. Glock и... P250 выходит, ребят, собственно, на мид. Там Богдан на приеме с P90. Его уже и сванги, уже и с мида. Его просто там убивают. Сел делает минус. Шат. Хорошо. Шат. Про-хо-хо. Дабл килл. Отличная игра. Ну и что? 1 в 2. Есть, кстати, шансы. Легкая броня у него. И есть по 90. То есть уже какие-никакие шансы. Какая хает хорош, кстати, прилетает. Так, Моксега, Моксек просто, ну, как живет, боже, жестко. Ай, мафак, последнего убивает 11-6. Здорово, Дамбос, привет. Привет. 11-6. 11-6, денежек нет у тимбицепсов. Ой, у тимбицепсов, у Hyperspace. И надо, конечно, уже сливать. Надо сливать. Ну что ж, 4 петуха и кольтик в закупе у команды Team Biceps. Куда вообще пойдут у нас ребята, собственно, пока не понимаем. Но у всех массово закуплены P250. Ну и пока мне непонятно немного. Пока мне немного непонятно. Итак, Богдан. Богдан на прием. Богдан делает первый минус на гэткэпе. ВК еще добивает. Отличная игра. Найта тоже принимает в дропруме. Отличная игра от Богдана. Трипл килл от него. Ну и Ганж помогает. 11-7. У нас становится счет. Ну и вылетает опять у нас один игрок команды Hyperspace. Собственно, вот такие вот делишки, ребята. Вот такие вот делишки и опять пауза. Ну вот эти паузы, конечно, достали меня уже конкретно. Ой. Просто уйму времени теряем, уйму времени мы теряем просто на том, что просто постоянно ждем. Ждем, ждем и ждем. Макс, пошли фейсит на стрим сыграем, плюс видос тебе после этой игры. Не, Вайтер, я не хочу играть, честно тебе скажу. Мне надо видео делать, я же тебе говорю, надо монтировать. Вот, это долго очень, поэтому мне придется там заниматься другими немного делами. Поэтому извини, конечно. Извини, конечно, но вот так вот.
Так, ну что, возвращаемся мы в игру. Сори, я немножко отходил. Итак, собственно, что у нас происходит? Гэткэп делает энтрифраг. Хорошо. Хайперспейс собрались, видимо. Ну, 4 раунда разницы пока у них есть. Ну и давайте смотреть. 3 по 90 опять. Вот почему не поменяли опять свой девайс, мне немножко непонятно. 3 по 90 в закуп у команды Тимбицепс. Фроби хорошо делает минус у нас. Но этого, мне кажется, будет недостаточно, к сожалению. Там и Гэткэп еще минус делает, и шаты, ну и все. Да. Собрали всех игроков команды Team Bicep, собственно, 12-7 у нас становится уже счет, ну и давайте смотреть. 5 раундов пока что разница. Вот единственная проблема только что у Team Bicep опять была, вот ошибка, то, что они не стали, собственно, менять девайсы. Вот как у них были P90, они решили их не выбрасывать, решили играть с ними, ну и это было фатальной ошибкой, конечно. Против калашей играть с P90, ну, я не знаю. Я не знаю, на самом деле, это очень большая проблема. Вот, ну что ж, будем смотреть дальше. Итак, Team Бицепсы. Мафак играет со снайперской винтовкой. Сел просто, вы видите, что сделал Сел? Нет, Сел две головы просто повесил у нас, вышел на бэкплент, но разменял его мог сек 3 в 3, хорошо. Ну и смотрим дальше. Фроби. Ой, Кнайт, хорошо у нас там с P90 находит Моксега. Ну, еще выходит Богдан на хп. О, Богдан хорошо делает минус. 68 хп, 2 хп остается. Боже, 21 у Фроби, ну, шансов у бицепсов взял. Фроби взрывает своего тиммейта. Боже, что за фейлы сегодня происходит у команды Team Bicep, ну и Фроби. Team Kill. Team Kill, 13-7, 3 раунда всего осталось взять. Хайперспейс для победы в этом матче, собственно. Вот такие вот дела. Ну что ж, смотрим дальше. 13-7. Давайте смотреть. Итак, закуп опять непонятный мне, к сожалению. Там какие-то 5-7 у всех, собственно. Бизон, две штуки. Тяжелая броня у половины. Я не понимаю, что за закуп на самом деле. Ну а ребят спокойненько из команды Хайперспейс просто выходят на плент. Ну и ничего, знаете, не придумывают лишнего-то. Ничего лишнего не придумывают. Мафак врывается с бизоном, стреляется по ГГшке. Да, ладно. Мафак. Кстати, смотрите, Мафак с Ганджи у нас отвечает двумя минусами. Еще в спине там уже заходит сел, делает минус, но размен от Мафаки. Ну и что, 2 в 2 ситуация, как перевернули. Это ребята, собственно, на таком ужасном бае. Кстати, сел сейчас может тоже умереть, если пойдет на мидов. Нет, разворачивается, просто убегает. Так. Ну и куда пойдут? А, бомба вообще на Б бежит. А шат у нас вот здесь. Шат в отличнейшей позиции. Пропускает одного. Так, убивает одного. И второго выходит. У Ганжи перестрелял. Боже мой. Ганжи сумел перестрелять у нас шата. Разменял своего тиммейта. И один в один остается. Бомба ставится у нас. Ну и сел. Сел. Я не знаю, видел или нет. Видел? Нет, наверное, не видел. Все-таки у нас Ганжу, ну и ждет дропрум. Просто ждет дропрум. У Ганжи у нас есть щипцы, кстати. Есть тяжелая броня. Есть все шансы затащить сейчас раунд. Ой-ой-ой, какой тайминг у нас ловит Ганжа. Так. Ну и все, сейчас будут... Сейчас будут побегушки. Так, ой, ну как ошибся Сел-то, а? Сел просто... фейспалм. Ладно. Ну, мог сейчас затащить, он должен был даже тащить, я вам так скажу. Он должен был просто сейчас попасть с ЛП и убежать. Разводить своего, собственно, тиммейта. Ой, тиммейта, оппонента, конечно же, но... Что-то пошло не так. Итак, Team Bicep, Ганджи, 14-17, 15-15, Мафака, Моксек, 14-16, 9-18, Богдан, Фроби, 8-19. Команда Hyperspace, Сел. 21-15, 19-11, Гэткэп, Шат, 17-11, 14-11, VQ, Unite. 13 на 13, 3 клаша, 2 тег 9, собственно. Ну и куда будет выход, я пока вот не понимаю я. Так, а выход там на плент пошел. Мафак, первый минус есть, антрифраг для команды Team Bicep, но размен, VQ, Knight, Knight, просто 2 килла делает, дабл килл, ну и 2 в 4 остается Фроби. Вместе с Богданом у нас, собственно, против четверых игроков. Ну неужели это 14 раунд? Шат, отличный хедшот с тег 9. Здорово. Унарскай, привет. Ну и Фроби. Фроби последний умирает от VQ, но я так чувствую, что Hyperspace уже не отпустит. Тут денег нету у Team Bicep's. У одного лишь только Мафаки есть какой-то закуп. 5000 у него вменяемый какой-то закуп есть.
Два раунда всего осталось Hyperspace взять. Давайте смотреть. Давайте смотреть. О, запомнил. Ну, запомнил, конечно. Я же тебе сказал, у меня память такая. Ладно, смотрим. Итак, решаются на форсбай. На форсбай решаются ребята из команды Team Bicep. Гэткэп у нас делает первый минус. Откидывает смачок еще. Он в мидл, я так понимаю. Мафака ответный смог. В теннис играют ребята, походу, не знаю. Ну что, 3 в 5. 3 в 5 шансов уже мало у ребят, конечно. Сэл еще минус дает. Ну и... Ой, что Богдан, что придумывает Богдан. Хорошо, есть первый минус. Ну, остальных я не знаю. Навряд ли он тут кого-то убьет еще. Хотя вот убивает еще и Шата. Стреляет против Сэл. Сэл неудачно. Ну и Моксек последний. Последний герой. Выходит он просто. Убивает его в рукаве, собственно. Ну и все. Ну и все, 15-8 матчпоинт у команды Hyperspace, даже не один, а целых 7 штук, 7 матчпоинтов. Ну давайте смотреть. Итак. Что, куда идут? Они просто походу сейчас за дроп-рум плюс длина также выйдут, ничего придумывать ребята не будут, я думаю. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно. Так, ну что, мог... Что за тимкилы сегодня происходит? 3 в 5 уже ситуация у нас. Так, сори, я отвлекался. У нас что-то происходит-то. Так, Hyperspace 3 в 3 у нас остаются. 15-9 у нас счет. Кстати, взяли Team Bicep. Плохой очень свой бай. Ну и что? Выход на оппонент. У нас от ребят из Hyperspace. Ганжи в очень хорошей позиции. Ганжи отличный хедшот ставить. Мог сек еще. Ну что, неужели камбэк? Неужели камбэк от бицепсов? Ну, давайте посмотреть. 1 в 2. А, собственно, Богдан, 31 хп, вот прочекал, прочекал в IQ, есть, есть, у него все-таки шанс какой-то, убивает Богдана, 1 в 3, боже, неужели это клатч раунд? Еще одну флешку накидывает, ой-ой-ой, Ганжа, почти добил, 12 хп, в IQ. Ой, ну все-таки добивает, да, Ганжа добивает у нас, ну и 15-10 у нас становится счет, денег теперь у нас нету у Hyperspace, у них все меньше и меньше матчпоинтов, на самом деле, уже счет 15-10. Уже счет 15-10. Ну и денег нету, надо сливаться. Купил только Tech9 у нас сел, собственно. Ну и снайперская винтовка от Мафаки. Так, Кольтик от Ганжи. Фомасик P90 от Максега. Ну и MP9 от Богдана. Ну что, у нас выход пошел уже там. Моксек, ой, сел, хороший хедшот. Берет еще и Кольт, кстати, у нас Шат. Это вот интересно, 3 в 3 у нас ситуация, Мафака мажет, GoTV виснет, что там будет, GoTV завис, остается у нас один шат, разобрались, привет, Криби, разобрались такие ребята из команды Team Bicep на Б-пленте, так еще и режет Фроби, ну просто за всю боль, которая была, зарезал своего оппонента, 15-11, ну что, очень важный раунд сейчас от команды Hyperspace, ну давайте смотреть. Давайте смотреть, есть бай полный с раскидкой, АВП от Села, также АВП у нас от Мафаки. Ну что же, кто же все-таки выйдет у нас из группы Б в плей-офф, последний матч группы Б. Ice War Money Cup номер 2, напоминаю. Что, Сел в хорошей позиции, почему-то не кладется ему смог, почему, не понимаю. Найт играет в дроп-руме, накидывается флешечка. Флешка очень хорошая, Ганжу моментально слепит. Ну и Максек. Максек на приеме по понта. Гэткэп. Хороший минус есть. Опен фраг от команды Hyperspace. Моментальный минус от Ганжи Сэл. В дуэли снайперов у нас убил Мафаку. Ну и все. ГГ.